Сегодня также в 6 часов утра ворвались в дом Рустема Сетмеметова. Мы находимся у него в доме. Его уже увезли сотрудники ФСБ. Со слов жены изъяли телефон, изъяли флешку и подбросили одну книгу. Подбросили ее прямо вот сюда, проходное место. В тот момент, когда они были в других комнатах. На данный момент Рустема увезли в город Симферополь, управление ФСБ. Сейчас, думаю, родственники свяжутся с адвокатами, и он будет тоже обеспечен юридической защитой. И сонав ярди келдем и баланин и кордем бияз китаб и хромазарев лене язылган. Рустема, это был мен китабом дегил деда. Ребята, это уже ваша работа, это ахаям. Ну конечно, кто здесь на полу этот. И она у китабын алдылар, кене кеттелер. Угу. Базлен топеге бас мында тубде едык башта улар кегенде. Угу. Улар кеттелер топеге и бардайнесин мен чышмага сетейдим телефон алып дуйдуртмага инсанларга келсинлер деп. Капы ішінде бірдәнесі тұрайды. Mm-hmm. Чықып оламады. Еп кере чықачақ едім, чықып оламадым. Олар түпеде бұтын ахаймені кісі. Он дәне адам бар еді. 15-10 адам бар еді. Mm-hmm. Түпеде еділер. Бұтын оданы дарыма дақ еттілер. Сон тұштылер. Ифақ қызым ұқылайдыдан 3 яшын толырачақ язда. Сон бізге айттылар. Сіз түпеге кетінінде. Біз мында бақачамыз. Mm-hmm. Біздің түпеге. Біз түпеге көтерілдік. И мен де берді тұрам. Енді не бірші дуяча қасиет етіп, и у моменте китапны көрдім. Mm-hmm. Соны китапны алдылар, и кеттілер протокол язып, и я один из участников Хизбут Тахрир, да? Да. Постановление вы слышали, когда зачитывали там или... Йоху, но бірші не кормедым. Кормедым. Кордым только бір конверт бар еді, балабан конверт. Он ішіне қойдылар китапна, mm-hmm. паспортна. Телефонна и қапаттылар. Mm-hmm. А хаймайты бір ерді подпис қоймады. Mm-hmm.